До інших тем. Невідомий громадянин зняв на відео сотні мертвих рибок для берега водойома недалеко від вёски Якимова-Слобода, що під Світлогорськом. Масовий поморок малька, быцем би по вине м'ясової витворчості бялёной целлюлози, поспішався докласти об екологічній диверсії один з блогерів. Коли під відео з'явилися коментарі людей, які познали в озері з мертвою рибою адстойник стёкових вод, автор ролику його видалив. Але осадок застався, як і застався безґрунтовний пост блогера і репости у соцсетках. Корреспонденты телерадио компании «Гомель» выехали на место и выслушали высновы экспертов. Участок очистки стековых вод – структурное подразделение предприемства «Светлогорск Химволокно», працуя у круглосуточном режиме. Очищальные сбудования выполняют биологичную перепроцовку всех господарчих стеков не только Светлогорска, але и района. Обслуговывают и все промысловые и коммунальные стеки мясовых предприемств. Могутность перепроцовки светлогорского участка вельми высокая и на данный момент не выкористовывается у полном объеме. Работа одного с каскадов биологичных сажалок зараз спыненная. Одна из таких биосажалок, або по-простому отстойник стековых вод, и трапила на видео. Небыто в озеро, у яким сдыхая рыба. Это территория запрещенная для въезда и посещения посторонних лиц. Название самих биологических очистных говорит о том, что процесс очистки происходит за счет принципов биологии, да, то есть за счет биологических организмов, которые убирают, скажем так, загрязнители из стока. Занос, скажем так, рыбы и всего остального и может осуществляться естественным путем, потому что все-таки это водоем как бы открытого типа, в том числе здесь могут быть присутствовать птицы, которые, в принципе, и заносят эту рыбу. У нескольких километрах от Светлогорского участка очистки стековых вод – вёска Якимова-Слобода. Мясовые жыхары ведают, у отстойниках рыбу ловить заборонено, але работники участка не утойвают. Часом здараются проникнение на территорию за уловом. Попераджальные аншлаги с информацией про заборону для некоторых не указ. Проводим работу, естественно, на подступах проводим работу. Ну и непосредственно, когда видим, что они уже находятся на водоеме, рассказываем, что это такое. Ну, для некоторых это открытие, они сразу сворачиваются, сматывают удочки и уходят. Специалисты участка лечат вычерпальным тлумачение, что в техничном очищальном сбудовании, якое не продугледжено для разведения рыбы, казать про поморок, як про з'яву экологичную, мягко кажучи, некорректно. Однако работника участка вельми обурают особные необгрунтованные анонимные выказывания на просторы интернета о брудных выкидах у раку и экологичных диверсиях. Специалисты запевнивают, все участки очистки стековых вод у Беларуси под самым жестким контролем. В рамках локального мониторинга общество организует проведение отбора проб и контроль сбрасываемых сточных вод. Периодичность составляет 2 раза в месяц. Жителям города Светлогорска не стоит волноваться, потому что контроль жесткий осуществляется за сбросом сточных вод. И все ж, как дать экспертную оценку, с проверкой до биосажалок прибыли светлогорские экологи. Специалисты районной инспекции природных ресурсов и аховы новокольного осяродя на участку очистки стеков николи не фиксовали перевышение узровню установленных показчиков. Отбор проб осуществляется аккредитованной лабораторией предприятия «Химсервис», которая производит отбор проб вод, поступающих на объект и с очистных сооружений до и после очистки. Со стороны инспекции подают заявка в Гомельский областной комитет, которая далее направляется в Республиканский центр аналитического контроля. Коли пытание с небыто помороком рыбы закрыто, то как попередить все хваляваний с нагоды брудных выкидов стековых вод, специалисты Светлогорской природоохранной службы подали додатковую заявку у областный комитет природных ресурсов и аховы новокольного осяродя. В ближайший час проведут повторные доследования светлогорских стеков. Наталья Каприленко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорск.